Прошло несколько недель с тех пор, как мы освободили магавков. Я надеялся, что их вождь пришлет к нам своего гонца. Но, увы, мои люди скучают. Они хотят знать, что дальше. А у меня нет ответа. Только Лине сдается, как немалые шансы. Бродит по улицам, по окрестным лесам, надеясь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли. В ту ночь там была женщина. Это она увела других пленников. Думаю, найдя ее, я найду и ответ. Так что я жду, надеясь, что скоро начнется настоящее дело. О, Чарльз, удалось отыскать незнакомку? Говорят, она мутит воду в окрестностях города под названием Лексингтон. Значит, там и начнем поиски. Встретимся там.
Вы нашли ее? У нее лагерь неподалеку. Прекрасно. Чем раньше мы с этим покончим, тем раньше согреемся. Верхом мы боюсь, у меня скверные новости. Да? Брэддок настаивает на моем возвращении. Я пытался возражать, но все зря. Без сомнения, он зол из-за Питера. К тому же мы выставили его на смех. Слушайтесь его, а я устрою так, чтобы вас освободили. Мне жаль, что так вышло. Не страшно. Поздно. Огонь только что потушили. На снегу свежие следы. Она здесь. Черт! Следы свежие. Это ее. Она взбирается выше. Из сугробов в чащу. Следы свежие. Это ее. Она взбирается выше. Из сугробов в чащу.
Ждите. Проклятие. Стой! Вернись! Возвращайтесь к Брэдоку, пока он ничего не заподозрил. Дальше я сам. Но, сэр... Нет, ступайте! Не беги! Я просто хочу спросить... Я вовсе не враг! Выслушай меня! О, боже! Да послушай же! Довольно этих игр! Ты что, издеваешься? Ты что, слегка тронутый? Я... Хейтам, я пришел с миром. Зачем ты говоришь так медленно? Прости. Чего ты хочешь? Ну, как тебя зовут? Я Гадзидзио. Очень приятно. Гадзидзио. Просто Дзио. Дзио? Дзио. Дзио. Скажи, зачем ты здесь? Кто тебе его дал? Старый друг. Я видела такие знаки лишь однажды. Где? А вот об этом мне запрещено говорить. Я спас твоих людей. Это ничего не значит? Поверь, я не враг. Здесь есть один холм. Жди меня там, если ты говоришь правду. В том городе солдаты. Они хотят прогнать мой народ отсюда. Их вождя зовут Бульдог. Эдвард Брэдок. Ты знаешь его? Он мне не друг. Каждый день мои люди гибнут от рук таких, как он. Мы положим этому конец. Вместе. Что ты предлагаешь? Убить Эдварда Брэдока. Но его нужно найти. Я не верю тебе. Я знаю. Но ты идешь. Доказать, что не лгу. Этого не будет. Ты думаешь? Я знаю. Но я иду. Стоп.
Сюда. Жди здесь. Женщина-магавка вызовет подозрения и перестрелку. Я не первый раз среди твоего народа. Я справлюсь. Надеюсь. Здесь невыносимо. От прибоя уже в ушах звенит. От соли зудят глаза. И чертовы чайки вопят и гадят. Мы точно туда? Бульдог снаряжает новую экспедицию. Он это так называет? Экспедиция? Да, очень хитро. Под красивым именем можно скрыть любое дерьмо. У меня нынче подходящее настроение. Говорят, французы готовятся атаковать нас. Интересно, что Брэддок собирается делать? Он уже в передовом лагере. Думаю, безделье тут скоро кончится. Недели не пройдет, и мы выступим на юг. Неплохо. А ты куда собрался? Я? Нет, другой петушок. О, я думал уйти. Да? А теперь? Думаю выбить тебе зубы. И ты боялся, что я вызову подозрения? Ты ранен? Ерунда. Вот. Это остановит кровь. Не стоило. Но спасибо. Нам нужно идти. Жди меня в лагере Брэддока.